Добрый день. Меня зовут Александр Поволоцкий. Я историк военно-полевой хирургии, и вы могли слышать мои рассказы, например, на «Тактик Медиа». Их там больше суток, если что. Тема сегодняшнего моего рассказа – это боевые отравляющие вещества. Волостной писарь сказывал, будто германы такой газ в самоварах ихних кипятят, покойников неотпетых вываривают, на нашу сторону дух по ветру пущают. Рыба в реках тухнет, лист вянет, людей берестой сводит. Саша Черный, «Солдатские сказки». Но вообще идея применить отравляющие вещества в бою – это идея, уходящая куда-то совсем в доисторическое прошлое. Я бы сказал, что первыми, кто грамотно спланировал их применение, оказались внезапно англичане во время Крымской войны. Но вообще есть указания на то, что несколько вонючих бомб было применено по Одессе. И даже тяжело пострадал артиллерист, который разбирал такую неразорвавшуюся бомбу. Но об этом я пока более подробных сведений не нашел. А вот Томас Кокрейн, 10-й граф Дондональд, маркиз Мараньян, судя по всему, был попаданцем. Но вообще в институте времени с рассекречиванием их инцидентов с машиной времени все очень сложно, поэтому мы работаем только по косвенным данным. Он предложил собрать 500 тонн серы, 2000 тонн каменного угля, все поджечь и сернистым ангидридом задушить всех защитников Севастополя. Почему я говорю, что он попаданец? Потому что тактическое обоснование он взял года из примерно 1917-го. Главная цель, говорил он, продвижение пехоты. Атаку газовой волной комбинируем с массивным артогнем и маскируем дымовыми завесами. Пока суд да дело, пока решали, возможно ли это технически, возможно ли это организационно, этично ли это и вообще, война кончилась. Проект был запечатан и убран в сейф с пометкой «Вскрыть мой проект только если Англия будет в опасности». Но на самом деле, если мы пойдем в альтернативную историю, у нас там есть очень много интересного без каких-то фундаментальных попаданцев и нарушений законов. Потому что фосген открыт в 1812 году и в промышленности применялся. Иприт открыт в 1822 году, правда, авторы открытия сообщений не сделали, потому что погибли всей лабораторией. Он был переоткрыт в 1860-м, применения не нашел никакого, он просто очень ядовит. Но чисто технически во время Крымской войны массовое применение конгривовых ракет, снаряженных ипритом, возможно. В 1850 году в Северной Африке генерал Пелисье применил против племени кабилов просто дым от мокрой соломы. Кабилы в количестве одного племени, трупов никто не считал, задушены в пещерах, где укрывались от французской армии. Гражданскую войну в США я называю войной инноваций, потому что там было применено множество таких вещей, которые ассоциируются скорее с 20 веком. При этом северяне возились с греческим огнем, вот буквально воспроизведение греческого огня. Южане пробовали фосфорные боеприпасы. Но единичные применения единичных боеприпасов максимум обращали внимание вражеской разведки. Практических результатов неизвестно. Хотя в самом начале, как бы перед гражданской войной, некий Джон Контон послал губернатору Южной Каролины письмо. Но, собственно, гражданская война началась с того, что Форт Самтер на территории юга отказался спустить знамя севера. Он был как бы в осаде и как бы в блокаде, пока шли переговоры. А давайте, сказал он, отравим Форт Самтер. В дождь мы обстреляем форт бомбами со стряхнином или мышьяком. Дело в том, что тогдашние, многие, это было тогда, в принципе, нормой, питьевая вода собиралась в цистерны, дождевая вода использовалась, питьевая собиралась в цистерны. Соответственно, мышьяк и стряхнин в дождь отравят источники питьевой воды, и весь форт умрет. Применить, сказал он, это не раньше, чем северяне откроют огонь, а письмо мое сожгите. Как известно, не применили. В 1862 году предлагали боеприпасы с жидким хлором. Ну, то есть, вполне современные по идее снаряды с хлором. Хирург Джозеф Джонс, конфедераты,
генералу Бергарду в марте 1963 года предложил бинарный боеприпас с синильной кислотой. Синильная кислота сама по себе крайне ядовита, поэтому давайте мы поместим в снаряды стеклянные емкости, которые разобьются при выстреле. Во время полета получится синильная кислота, которая распространится там, где разорвется снаряд. Технический консультант генерала Бергарда отнесся к этому скептически. Это небезопасно, аморально и неэффективно. Тухлые яйца выделяют сероводород, смертельный газ, но пока ни один человек, закиданный тухлыми яйцами, не умер от отравления сероводородом. Против Вирджинии, которую мы еще знаем под названием Меримак, предлагали применить боеприпасы с кайенским перцем. Поэтому по поводу этого предложения газеты прям очень остро шутили. Но в любом случае, в ходе гражданской войны в США чего-то, кроме отдельных полуэкспериментов с химическим оружием, не отмечено. Меленит – модная взрывчатка конца XIX века. Меленит, она же лидит, она же шимоза. При взрыве выделяет много ядовитых газов. Пробовали цианококодил, прочие источники синильной кислоты, но, как несложно догадаться, подопытные животные, размещенные в открытых срубах, прекрасно выдерживали обстрел бомбами, которые выделяли небольшие количества синильной кислоты, которые еще и с газами, образовавшимися при разрыве, очень быстро уходили вверх. Надо при этом отметить, что обычная взрывчатка, обычный тротил, выделяет достаточное количество СО, чтобы могли при определенных условиях возникнуть смертельные отравления газами от взорвавшихся снарядов. И выделяется синильная кислота в количестве не таком, чтобы отравить, но в достаточном, чтобы можно было уловить запах и сказать, пахнет горьким миндалем. Наверное, это злые враги применили синильную кислоту. В общем, пока все эти эксперименты производились, в 1889 году была подписана конвенция о воспрещении употреблять снаряды, имеющие единственным предназначением распространение удушающих или вредоносных веществ. Ура! Обрадовались военные. Меленит под эту конвенцию не подпадает. Он же взрывчатка, которая на сдачу ядовита. Капитан генерального штаба Свечин, будущий товарищ Свечин, будущий гражданин Свечин, будущий враг народа Свечин, по этому же поводу писал, что баллоны, например, с хлором, которые заполняют хлором крепостные рвы при атаке, под эту конвенцию также не подпадают. Забегая немножко вперед, в 1925 году два немца, Ганслиан и Бергендорф, издали книгу о том, какие мы хорошие. Ну, на самом деле книга называлась «Химическое нападение и оборона». Что значит слова «излишний» и «страдание»? Из всех боевых средств химическое оружие меньше всего можно упрекнуть в причинении излишних страданий. Может, им вообще нравилось умирать от наших боевых газов, писали они. Но понятно, что немецкая литература 1925 года – это была прям апологетика Германии, которая, бедная и несчастная, защищалась только законными средствами. Тем временем, в 1911 году, 3 января, произошла интереснейшая история с осадой Сидней-стрит. Я не буду о ней сейчас распространяться. Там прекрасная история о том, как отважные латышские революционеры внезапно обернулись мерзкими русскими анархистами, а потом переквалифицировались обратно в отважных латышских революционеров. Суть в том, что полиция пришла на перестрелку с дубинками и задумалась о том, что больше они так не хотят. И оттуда у полиции пошли штурмовые щиты и газовые гранаты. В 1912 году французы газовую гранату ружейную с этилбромацетоном приняли на вооружение. Она совершенно не соответствовала конвенциям, но конвенции можно нарушать, если вы няша и нечаянно. Что такое ружейная граната, кому-нибудь непонятно, поднимите руку. Это такая конструкция, состоящая из, собственно, гранаты и шомпола, которая вставляется в ружейный ствол и выстреливается холостым патроном. Такой троюродный дедушка подствольника. При этом, что опять же крайне удивительно, про средства защиты дыхания к 2014 году все заинтересованные лица знали уже все. Первый патент на респиратор 1849 год. Применение угля в респираторе 1854 год, причем автор этой идеи прямо писал, что такие респираторы будут защищать от удушливых газов, применяемых в военное время.
комбинированный фильтр из нескольких слоев разных веществ. 1871 год. Маска-капюшон 78 год. Каучуковая маска 79. Выдыхательный клапан 97. Сменная коробка 1905 год. То есть на технологиях 1905 года собрать противогаз, который отличается от современного в основном клеймом, было уже несложно. Изолирующие противогазы применялись пожарными и при горно-спасательных работах. То есть как бы все было. И вот у нас начинается Великая война, немножко маневренных боев, бег к морю и позиционный тупик. Попытка наступать заканчивается тем, что мы отбираем у противника 400 метров, уложив на каждый квадратный метр по два трупа. Почему-то никому это не нравится даже генералам. 27 октября под Неф-Шапель немцы применяют 3000 снарядов с какой-то химической начинкой, но без заметного результата. И тут у нас Дуглас Дондональд, внук, вскрывает пакет и идет к Черчиллю. Черчилль вообще был человеком очень энергичным, он всегда был готов попробовать что-нибудь новое и интересное, поэтому он его направил с этим пакетом к Дугласу Хейгу. «Прибыл лорд Дондональд», писал у себя в дневнике Хейг, «он изучает условия войны, надеясь, что сможет использовать изобретение своего деда. Я спросил его, как он организует направление ветра». Немцы начали пробовать химические снаряды с фарфоровым цилиндром. Дело в том, что большая часть боевых отравляющих веществ не в химически чистом виде, да, особенно, весело реагирует с железом. Но, собственно, почему отказались от пикриновой кислоты, которая очень мощная взрывчатка? Потому что пикраты металлов обладают сверхвысокой чувствительностью, слишком высокой, чтобы применять их в качестве инициирующих взрывчатых веществ. Это такой твердый нитроглицерин, который может взорваться от косого взгляда. 15-й год. У нас продолжается позиционный тупик. Французы применяют свои 26-миллиметровые ружейные гранаты. Немцы отмечают, что французы пробовали какой-то новый вариант дымзавесы. Дымзавеса так себе, через нее почти все видно. В апреле немцы применяют ручные химические гранаты без заметного эффекта. Позиционный кризис продолжается. Все ищут выход. И вот 22 апреля 15 года немцы соображают, чтобы отравить вражеских солдат, нужно много газа. Вот реально много. Они привозят 180 тонн хлора в баллонах на фронт в 6 километров и начинают ждать у моря, в смысле у Ипра, погоды. Причем баллоны, кстати, конвенции не запрещены. Ну, то есть, если мы формально подойдем к конвенции, то баллон не является снарядом, потому что мы же его из пушки не выпускаем. Он у нас лежит. Они дожидаются подходящей погоды. В процессе ожидания некоторое количество баллонов у них от артиллерийского обстрела лопаются, либо начинают просто травить. И немцы сами несут потери отравленными. Защитные газовые маски у немецких солдат доверия не вызывают. Буквально за два дня до химической атаки немецкий перебежчик рассказывает, что со дня на день будет проведена химическая атака. В штабах этому не верят, но командирам полков на данном участке говорят, что немцы могут применить какую-нибудь пакость, так что вы в случае чего будьте наготове и начеку, будьте готовы к любой неожиданности. Немцы выбирают весьма удобное, правильное место для пуска. Они пускают газовую волну на колониальные войска. Алжирская пехота, в целом стойкая в бою, при виде вот этого жуткого облака высотой в несколько метров, которое накатывается на позиции со скоростью ветра, бросают позиции и бегут. Вы понимаете, что происходит с человеком, который пытается убежать по ветру от газовой волны? Он тяжело дышит, и его накрывает газовая волна. 15 тысяч отравленных, 5 тысяч погибших. Обе линии обороны брошены. На флангах держатся канадцы. Причем там происходит тоже совершенно потрясающая ситуация. Командир полка говорит полковому врачу: у нас на фланге немцы применили какую-то гадость, у нас огорелся правый фланг. Будьте любезны, ты ж доктор, пойди и посмотри, что это может быть. Доктор идет на фланг позиции, осматривает
что там произошло, возвращается и говорит, скорее всего, это хлор. Влажные повязки на какое-то время защитят людей, а потом ветер унесет хлор. Канадцы удержались, немцы за газовой волной не пошли. Вот просто и тупо. К середине мая ипрский выступ был срезан. В основном из-за того, что англичане несколько фрустрированные такой атакой, контратаковали небольшими группами, не скоординированные, просто сточились на неудачных контратаках. К такой атаке отнеслись с предельной серьезностью. И в мае 1915 года, можно найти конкретную дату и праздновать день основания стратегической авиации, было принято решение о создании специальных авиагрупп для разрушения химической промышленности Германии. Тем временем центр тяжести событий перенесся на русский фронт, и химическое оружие поехало на восток. 17 января под Балимовым первый обстрел химснарядами. Немцы не учли одной странной и необычной вещи. В России бывает зима, причем этой зимой бывает холодно. Ожидаемого испарения боевых отравляющих веществ не получилось. Известная мне информация болтается в диапазоне от «отметили обстрел некачественными снарядами» до «несколько человек понюхали, чем пахнет из воронок» и их госпитализировали. Ну хорошо, говорят немцы, давайте мы сейчас попробуем с вами, как с алжирцами. 12 июня, артподготовка и газопуск. Около 100 тонн хлора. По разным оценкам от 9 до 15 тысяч пораженных, 1200 погибших. Почему в русской армии погибло в 5-10 раз меньше солдат, чем во французской? Но с одной стороны, была допущена очень тяжелая ошибка. Немецкие действия были восприняты как подготовка к атаке, поэтому была максимально уплотнена первая линия траншей. В те времена еще считали возможным при нормальном скоординированном наступлении первую линию траншей удержать. В 16 году считали, что первую линию все равно сдавать, и основные силы на второй, третьей линии. Но при этом русская пехота от газовой волны не побежала. Люди остались на своих местах и понесли гораздо меньшие потери, чем бежавшие от газа. Глубина газовой волны до 3-5 километров, 75% обороняющихся выведены из строя, остальные вели огонь, и у немцев случился еще один нежданчик. Внезапно выяснилось, что химическая волна не уничтожает инженерные заграждения. Никто не мог такого предположить. Ну то есть колючая проволока и буквально один пулемет на фронте наступления батальона, и наступление захлебывается. По этому поводу у нас были выпущены инструкции по борьбе с газовой волной. Инструкции были во многом умозрительные, проверить их было не на чем, сравнить их было не с чем. Поэтому 6-7 июля газопуск под Сухой волей Шедловской. Подробностей у меня нету, но я знаю, что химкоманда, которая пыталась отработать все меры по борьбе с газовой волной, погибла в полном составе. Химической разведки не было. Был отмечен феномен газовых болот. В низинах застаивался газ, и прохождение по низинам с этим газом было небезопасно. Но опять-таки русская пехота снова не побежала, и немцы опять добились минимального тактического успеха. Следующая история – это Осовец. Атака мертвецов – это буквально вот такая вот замочная скважина, в которую мы не видим почти ничего и на самом деле не видим самого интересного. Осовец, будучи второклассной крепостью, с минимумом современных боевых сооружений, с двухорудийной батареей Кане как единственной современной артиллерией, выдержал ускоренную атаку Ландвера, выдержал бомбардировку сверхтяжелой артиллерии, причем привезли немцы 4 орудия, а увезли обратно 2. И, наконец, немцы решили попробовать газовую волну. Несколько тысяч баллонов на фронте в 3 километра, хлор и бром. Глубина распространения волны до 20 километров.
Спойлер. Результат – тотальная неудача. 6 августа 2015 года вот этот мощнейший газопуск состоялся на максимально узком фронте. Секреты, патрули, передовые части, вне зависимости от наличия тогдашних газовых масок, а тогда это были влажные маски, погибли в полном составе. Три роты из четырех на Сосненской позиции погибли полностью. От одной роты осталось 40 человек при одном пулемете. На Сосненскую позицию наступал 76-й ландверный полк. Он сначала немножко глотнул своих же газов, потом уперся в проволочные заграждения, потом начал работать пулемет. Немцы сказали, что у них в расположении, по-моему, кипятильник не выключен, и вернулись. Но при этом на основную позицию наступление велось с практически полным успехом. Один пулеметчик, оставшийся буквально один от своего полка, судя по всему, по звуку от проволочных заграждений, вслепую вел огонь. Он отстрелял ленту, и пока он менял ленту, немцы добежали и закололи его штыками. Но на этом пулеметчике немцы потеряли несколько минут. Открыла огонь крепостная артиллерия. Крепость находилась под газовой волной. В газоубежищах было при этом вполне безопасно, они были уже вполне адекватными. Артиллерия вела огонь из-под газовой волны. Офицеры, командующие батареями, поскольку в масках их не было слышно, снимали маски и командовали, пока не падали без сознания. Следующий по старшинству офицер снимал маску и продолжал командовать. Немецкие резервы были отсечены и не смогли подойти. Силы, которые были собраны из того, что под рукой, были брошены в контратаку через газовую волну, и немцы не побежали. Не нужно недооценивать немцев как пехотного противника. Немцы отступали, немцы попытались закрепиться на захваченных позициях. Русская пехота вела бой с траншейными щитами и гранатами по французской методике, то есть правильно закидывая гранатами колено траншеи. Немцы отошли на исходные. Итак, с одной стороны, все орудия и пулеметы были возвращены, немецкая атака не имела никакого успеха. С другой стороны, за все время обороны крепости половина потерь была понесена в один этот день. Сентябрь-октябрь 2015 года. Под Лоосом англичане пытаются делать газопуски. Дело сложное, тонкое. Погода, опять же. В общем, потери у англичан и немцев примерно одинаковые, без эффекта. Газовая волна перестает удовлетворять тактиков. Начинают придумывать, чтобы использовать. Придумывают минометы. Ну, то есть, вот, любимая артиллерия пехоты – это миномет, который можно нести на себе. Его изначально придумывали как совершенно неточное средство для закидывания большого количества тонкостенных газовых мин куда-то в сторону противника. Точный прицел нам, в общем, не нужен. Развивали тактику артстрельбы, применяя смеси разных веществ. Впервые попробовали фосген. 28 апреля во Франции было принято решение о формировании особой комиссии по химической войне. Сформировали комиссию 17 сентября. Ну а куда, собственно, торопиться? Фронт никуда не денется. Начали делать первые газовые маски. В военно-медицинском музее в Питере представлены вот эти вот либо маски с очками, либо вот эти вот мягкие мокрые рыла. Из воспоминаний человека, который работал на первом полукустарном французском производстве газовых масок. Первые маски, которые шли в войска, имели стекла из разноцветной слюды, потому что ничего другого подходящего по характеристикам у нас не было. Потом кто-то из сотрудников добыл несколько километров кинопленки, с нее смыли эмульсию и стали делать очки в противогазах из кинопленки. Газовые маски начали делать вообще все. Их начали весело делать всяческие средства частной помощи. Поэтому газовые маски в основном были либо слишком маленькие, либо слишком тонкие, либо слишком толстые, либо толстые, при этом слишком туго прошитые. Главная проблема газовой маски – она высыхает примерно за 20 минут. Поэтому каждые 20 минут остановился –
достал пузырек с жидкостью, обычно там что-то на основе глицерина, на основе тиосульфата натрия, который более-менее прилично действует против хлора, и глицерин для замедления высыхания. В общем, каждые 20 минут взял, остановился, масочку смочил, можно воевать дальше. Англичане и немцы для офицеров и пулеметчиков выделяли кислородные приборы. Но опять-таки кислородный прибор, помимо того, что он дорогой и сложный, это 30-40 минут и меняем патрон. Союзники делали в основном мокрые маски, причем там был забавный случай. По сообщениям из канадских войск, у немцев были отмечены маски-капюшоны. То есть, ну в чем у нас одна из проблем маски? Вот представьте, сколько времени вы надеваете обычную марлевую маску с завязками. А нужно, чтобы противогаз был надет в течение 2-3 секунд. Так вот, немцы, оказывается, применяют маски-капюшоны, которые прям надеваются сразу на всю голову. Англичане сказали хорошая идея и сделали шлем типа П. Самое интересное в этой истории то, что ни в одном немецком документе немецкие шлемы и маски описаны не были. Что увидел канадец, остается загадкой. Немцы применяют сухие маски, причем немцы упираются в химические поглотители, то есть реактивы, которые реагируют там с хлором, с фосгеном. В чем главная проблема? Вот у нас слой для фосгена, вот у нас слой для хлора, вот у нас слой для брома, вот у нас слой для какого-нибудь диметилэтилхлорно-муравьиного. Где-нибудь на 15-20 слое понимаешь, что к противогазу нужна тележка и упряжка. В России внезапно вспомнили про активированный уголь. Ну, то есть сейчас в масках, в противогазах применяется уже не активированный уголь, но принцип в принципе тот же. Попробовали натронную известь. Очень неплохая штука, работающая местами не хуже активированного угля, но только англичане научились спекать ее в гранулы с цементом, потому что от влаги, содержащейся в воздухе, натронная известь спекается и превращается в сплошную массу. Соответственно, в России маска Куманта и коробка Залинского против маски Горного института. Маска Горного института как раз натронная известь, она спекалась от влажности. На испытаниях противогазы лопались по шву, потому что маска становилась полностью непроницаемой для, коробка становилась полностью непроницаемой для воздуха. Но принц Альденбургский за свой неповторимый стиль управления, прозванный Сумбур-Паша, продвинул противогаз Горного института. Был сделан заказ на 3,5 миллиона штук. Потом армия умудрилась ногами отпихаться от этого заказа, но на некоторое время значительное количество масок Куманта отправилось сначала в Горный институт, потом обратно. 16-й год, все примерно овладевают методиками газобаллонных атак и начинают использовать химические снаряды для нейтрализации артиллерии. Но дело в том, что, во-первых, лошадь в противогазе может идти шагом и может стоять, работать она не может. Ну, то есть китайцы на своих испытаниях атомной бомбы показывали лошадей, идущих карьером, но, в принципе, если лошадь не очень жалко, если ее достаточно потренировать, и если в клапан противогаза вложить коробок спичек, то 100 метров на камеру она отлично проскачет. Я имею в виду не специально отобранную лошадь и специальные показные выступления, я имею в виду боевую работу обычной лошади. Кроме того, артиллерист, просто заряжающий в противогазе, не в состоянии поддерживать нормальный темп стрельбы. Поэтому химические снаряды оказались крайне эффективны для подавления артиллерии. Попробовали смесь дифосгена с хлорпикрином. Под Верденом немцы применили в ночь на 23 июня 110 тысяч снарядов, 1600 пострадавших, 90 умерших, 100 снарядов на пострадавшего. Но это в целом для той войны примерно нормально. Противники как бы пытались закидать друг друга снарядами на уровень выше человеческого роста. Опять отмечали газовые болота.
И один из современников описывал внешний вид этих газовых болот, подобный осеннему туману в долинах. Пехота, она как дитё, везде красоту найдет. Французы начали пробовать синильную кислоту. В нее добавляли всякие добавки для утяжеления, но чем ее не утяжеляй, синильная кислота улетучивается без эффекта. А немцы обратили внимание, что сухой фосген с металлом не реагирует. То есть если мы его высушим прям досуха-досуха, его можно наливать в снаряд без всех этих фарфоровых колбочек. Сомма. Англичане применяют 110 газовых волн без заметного тактического результата. Восточный фронт, Сморгонь. Заранее обнаруженные приготовления к газопуску. Вовремя сделанное предупреждение. Противогазы. Противогазы работают плохо. Значительное количество погибших. Но есть нюанс. Все пытавшиеся спасти бегством погибли. Все уцелевшие имели исправные противогазы и умели ими пользоваться. Обе стороны активно применяют химснаряды. Химснаряды не разрушают инженерные заграждения. С обеих сторон некоторое количество тактических успехов. На Юго-Западном фронте газопуск, ветер поменялся. 14.51 не в нашу пользу по количеству отравленных. Впрочем, австрийцам хватило, они запаниковали. И тут англичанин Ливенс сказал, а давайте мы газопуск устроим прямо в ближнем тылу противника. Зачем нам с наших позиций его пускать? Ведь хорошая идея, а как вы собираетесь доставить противнику все эти баллоны? А очень просто. Закапываем под углом в 45 градусов металлическую трубу, кладем в нее небольшой заряд пороха, кладем туда баллон, и все это дело электрическим образом одновременно взрываем. И все это улетает к противнику и дает такую газовую волну, которая пробивает противогаз, она ее реально пробивает. Работает. Но если раньше нужно было притащить 100 тонн хлора в баллонах, то теперь нужно притащить 100 тонн хлора в баллонах, притащить трубы, порох, проводку, выкопать, уложить. В общем, к 1917 году газобаллонные атаки выходят из моды, и в 1917 году, к сожалению, русскую армию немцы начинают использовать как учение с боевыми патронами, как полигон для отработки новой тактики. Потому что, с одной стороны, вроде бы все-таки армия, с другой стороны, дисциплина и боеспособность стремительно катятся под плинтус. Стохот, 300 орудий, 100 минометов, атака русского предмостного укрепления, 10 тысяч пленных. Видимо, первое применение метода газовых прямоугольников. Ну, то есть мы берем карту и смотрим, вот здесь у нас позиции русской артиллерии, где-то в этом лесочке. Взяли, закрасили газом. Вот где-то в этой деревне или в этой у русских должен быть штаб. Обе деревни закрасили газом. Вот перекресток, через который обязательно пойдут русские подкрепления. На перекрестке газовый прямоугольник. Были выделены специальные контрбатарейные группы. Основной удар был направлен не по пехоте, как в газобаллонных атаках, а по артиллерии, штабам и путям подхода подкреплений. Сложная схема огня с переносами. Русские батареи приведены к молчанию. Внезапно полный успех. Химическая война переходит, помимо войны с личным составом, переходит в войну с противогазами. Немцы начинают придумывать, чем бы нам таким надежно пробить противогазы, кроме концентрации боевого отравляющего вещества. Вредители противогазов. Снаряды, маркируемые как синий крест, арсины, соединения мышьяка. Твердые отравляющие вещества. То есть как мы можем применять по противнику твердые отравляющие вещества? В виде дыма. Дым – это наночастицы твердого вещества, которые висят в воздухе. С наполнителем противогазов они не реагируют. При дыхании острая боль, кашель, рвота, невозможность находиться в противогазе. Арсины пробивали даже выдыхательные клапаны. То есть пока клапан открылся-закрылся, в него попадает чуть-чуть вот этих нановеществ. Появляются осколочно-химические снаряды. Химический снаряд очень хорошо слышен по глухому разрыву. Осколочно-химический на слух от осколочного не отличается.
И мы возвращаемся под Ипр, потому что линия фронта, несмотря на все тактические успехи, она примерно там же. Под Ипром у нас применяют иприт, желтый крест. Скрытое действие в течение нескольких часов. Отсутствие запаха проникает через обмундирование и даже тонкую резину. Словом, мечта. В июле 17 года тысячи отравленных при очень небольшой смертности и среднем пребывании на койке в 60 суток. В результате наступление союзников откладывается на 2-3 недели. 300 тысяч снарядов на 120 квадратных километров. Пехота, в принципе, с большими потерями может пройти, артиллерия не проходит никак. Опять-таки газовые болота. Немцы не контратакуют. А почему? А потому что защиты от иприта у немцев тоже нет. 13 158 отравленных французов, из них 143 смертельно. То есть потери в целом не очень большие, но наступление отложено. Камбре. Есть такой фильм про молодого Индиану Джонса «Траншеи, ведущие в ад». Там, безусловно, очень много фэнтези, но значительная часть боевых сцен – это просто воссоздание Лукасом хроники, вплоть до того, что я по некоторым сценам видел хронику, которую он переснимал. Потому что абсолютно та же сцена, и абсолютно по таким же траншейным мосткам бежит человек и также падает. То есть именно боевые сцены у Лукаса показаны прекрасно. Там у него показана атака огнеметчиков в волне боевого отравляющего вещества. Именно так немцы контратаковали на флангах при Камбре. Рига. Немцы снова тренируются. Короткая артподготовка. 40 площадок по 200 тысяч квадратных метров, смесь арсинов и дифосгена, 40% химических снарядов. Русские батареи брошены прислугой, и полностью оправдывается немецкий план. Брошенные батареи они используют для поддержки наступления. Капоретто. 12-е сражение на реке Изонца. Да, это Первая мировая. Горные укрытия итальянцев абсолютно стойки против артиллерии. 6 тонн фосгена по батальонному укрепленному пункту. Батальон погибает полностью, включая тех, кто надел противогазы. 12-е сражение на реке Изонца – это знаменитый стратегический успех. Кто читал Хемингуэя, помнит. Фронт рухнул. 18-й год – год большой химии. Ипритные полосы отделяют зоны наступления, мешая двигать резервы. Немцы применяют технологии дополненной реальности. Они раскрашивают на натуре местность. Химические снаряды с ипритом и анилиновыми красителями. То есть вот прокрашенные полосы обозначают полосы, через которые нельзя идти. Союзники, безусловно, их видят, но от того, что они их видят, никому ни на секунду легче не делается. Химическая подготовка ведется без пристрелки. Смесь арсинов с ипритом создает облака мелкодисперсного тумана. Более миллиона химснарядов. Связь нарушена, управление войсками полностью потеряно. Гора Кеммель. Тоже укрытие, абсолютно недоступное против артиллерии. 20 апреля гора была изолирована ипритными заграждениями. 25 апреля штурм и атака. Кто не погиб, не мог выйти из убежища. Наступление за мир. Двойной огневой вал, химические осколочные снаряды. Французы очищают первую линию заблаговременно. Но немцы прорываются на всю глубину, но у них нет возможности развить прорыв. Приблизительно на этом война заканчивается. Французы применяют плохо хранящийся иприт низкого качества и более ядовитый. 2 миллиона снарядов с апреля по ноябрь. Применяются противоипритные накидки. Танки, химия и господство в воздухе обеспечивают, ну, прямо успешный успех наступления. Придумывают новое боевое отравляющее вещество «Люизит», которое на фронт не успевает. Как писал Роберт Бернс, еще бы смерть сказала много, но здесь, наполнив мир тревогой, часы пробили полночь строго из-за ветвей. И смерть пошла своей дорогой, а я своей. Я могу рассказать еще примерно вдвое от того, что рассказал по более поздним временам.
но я это сделаю позже и после лектория. Для тех, кому интересно, я издал недавно книгу. Эта книга посвящена не Первой мировой, но там очень много крутится вокруг военной медицины. У меня несколько экземпляров есть с собой. Если у кого-то прямо сейчас есть вопросы, я, кажется, успею на них ответить. Вопросы? Спасибо за лекцию. Вот скажите, союзники, допустим, по Антанте делились своими там находками в области химического оружия или, наоборот, защиты от химоружия? Ну, как минимум, одна брошюра, перевод с французского у меня есть. Именно по помощи газоотравленным. Естественно, делились. Про передачу противогазов не слышал, не уверен. Скорее всего, с криком «самим не хватает» не давали. Кроме того, русские противогазы были гораздо лучше. Ну, без шуток. Хотя, если мы сейчас посмотрим любую книгу по химическому оружию, изданную на Западе. Вот у нас, значит, немец в кургузой кожаной масочке, которая еле держится. Вот у нас, значит, француз в мокрой маске. И вот русский солдат в резиновой маске с практически современного типа фильтром и подпись «Русский солдат в примитивном газозащитном оборудовании». Еще вопрос у кого-то был? Спасибо большое. Вот подскажите, со стороны Российской империи, как применялось вообще химическое оружие? Было ли оно вообще? Оно было. Его было немало. Его даже чуть-чуть хватило на гражданскую войну. Скажем так, его применяли. Промышленность русская нужного количества веществ не давала. Применяли примерно как все, примерно с теми же проблемами и неудачами. Просто в наименьших масштабах, потому что много не было. Еще вопросы? В таком случае благодарю за внимание. Надеюсь, было интересно. Если у меня есть еще минута, я скажу еще два слова. После войны химическое оружие считалось гуманным, потому что при большом количестве пораженных оно давало мало погибших и, как тогда считалось, мало инвалидов. Статистически, да, это правда.